«Свежий ветер» – это проект Департамента молодежной политики Краснодарского края. Начиная с 2006 года фестиваль объединяет самые разные направления. За прошедшее десятилетие свежеветровцами по праву можно назвать более 60 тысяч человек. Участников от имени главы Сочи поприветствовала его заместитель Ирина Романец. Это мой самый любимый фестиваль. Он действительно классный, он всегда неожиданный и он всегда очень ресурсный. И он ресурсен в том, что на него интересно не просто ходить и смотреть, что делают молодые люди на сцене, но и замечателен тем, что в нем можно участвовать. В этом году направления остались неизменными. Это хард-рок, лайт-рок, рэп, соло, рэп-группа, брейк-данс, битбокс, граффити и диджей. Несмотря на достаточно прохладную погоду, битва выдалась жаркой. Длилась она свыше 3 часов. На фестиваль подали заявки 33 участника. В итоге в номинации «Брейк-данс» победил танцевальный коллектив «Штат 2307». В категории «Битбокс» сильнейшим был признан участник под ником «Морфей». Лучшей рэп-группой стала группа «ПБК». В категории «Рэп-соло» – исполнитель «JL». В номинации «Лайт-рок» – группа «Арава». «Хард-рок» – группа «Спирива». Это возможность для ребят сразиться с соперниками на зональном этапе фестиваля, который пройдет в Новороссийске 16 мая. В случае победы сочинцы отправятся в Краснодар, где состоится финал «Свежего ветра».